Здравствуйте, друзья. Доброго времени суток. С вами Трайдент и немецкая премия ПТСАУ Е25, 7 уровень. Очень-очень интересная ПТ-шечка. Просто чудо. Дело в том, что у нее вообще совершенно классные характеристики. Начнем с того, что это самая малозаметная ПТ-САУ во всей игре. Вот. У нее очень маленький корпус, высокая скорость, прекрасная мобильность и поворотливость. 26,6 лошади на тонну. Это великолепный просто показатель. Вот. 20 выстрелов в минуту. Это один выстрел в 3 секунды. Сведение 1,5 секунды. Дальность базовая обзора 400 метров. Вот. Я поставил туда на нее стереотрубу и оптику просветленную. И теперь это, учитывая еще и маскировочную сеть, это у меня гиперсветляк-нагибатор. Вот. Обратите внимание на точность боя. Пушечки. При этом у нее не только положительные качества, у нее есть свои довольно серьезные минусы. Например, брони у нее нет вообще. Ее запросто ваншотит любая САУ. Если она не в топе, ее точно так же ваншотят восьмерки, девятки. При этом стоит попасть ей в автоприцел какому-нибудь танчику, и считай хана ему, потому как шустрая машина. Вот. Обратите внимание, что она сейчас сделает с Арлом. Арл-44 попал, что называется, как лобощик. Что вам сказать? Отрицательное качество – это слабое бронепробитие. Базовым снарядом, бронебойкой, 150 мм. На 7, 8, 9 уровнях, в которые она попадает, ловить совершенно нечего с таким бронепробитием, поэтому я, как правило, играя на ней, я играю на голде. 194 голдой вполне приемлемо, как видите. Что еще не фонтан? Урон. 135 единиц броней или голдой и 175 фугасом. Фугас пробивает 38 мм. Ну и нафиг такие фугасы прекрасные. Голда пускай убьется. Вот смотрите, как она стреляет. Попадает себе вполне достаточно прилично. Мне в этом бою особенно везет. Перед самым выстрелом, что называется, или в момент выстрела частенько подбивают тебя в КВ целист. Вот так вот. Скорость у ПТ-шечки 65 км в час вперед и 20 назад. Это чудесно. Это просто прекрасно. Ну и продолжаем смотреть, собственно, бой. Степи для этой ПТ-шки идеальная карта. Здесь много маленьких ложбиночек, есть где сховаться, есть где объехать. Вот мы разбираем ИСа. ИС нас просто не видел, как мы подъехали. А, хочу ИСа, поворачивается. Но поздно, братец, поздно. Поворачиваться ты, конечно, можешь. Вот смотрите. Вот маленькую ложбиночку. Добила арта за нас. Арта, конечно, в этом бою трудится, как, помнишь, проклятая. А теперь вот сейчас будет хорошо заметно, что моя ПТ-ха может в качестве светляка. Вот. Так, сейчас мы... Сейчас мы доработаем вот этого прекрасного тяжа. Ну-ка, покажись, насавчик. Вот он, в бочиночку тебе сейчас насую. Вот так. Опять, перед самым выстрелом в него умудрялся разойдиться арта. Ну, я же говорю, это отдельное сегодня мне везение. Если бы я выстрелил всюду, куда я выехал, сегодня попал всюду и успел выстрелить всюду, куда я выехал, был бы, конечно, совсем другой итог.
И вот смотрим. Я свечу уже просто по закону близости. У нас любовь, мы друг дружку видим. Но друг дружке ничего сделать не можем. Это меня, например, очень устраивает. А вот противника в данном случае нету. И он изо всех сил уже старается объехать, хотя бы меня мочкануть. Давай, давай, брат, обижай, там есть кому тебя встретить. И я сейчас спущусь, развернусь и приготовлюсь тебя насадить. Ну-ка, вот, сбили ему гусеницу. И мы бедному Блэк Принцу насаживаем в бок башни. Эх, тоже не наш фраг, но ничего, потрудиться мы успели. Вот так вот.